Традиционно Новый год – время праздничных салютов, бенгальских огней, хлопушек, пора пиротехники и повышенной пожарной опасности. В погоне за спецэффектами многие забывают, что у них в руках весьма опасная вещь. Поэтому на первом месте рейтинга пиротехника – это те же взрывчатые вещества, способные натворить немало бед, если с ними неправильно обращаться. По статистике, в празднике количество пожаров увеличивается в 2 раза. В преддверии Нового года и зимних каникул в Анапе проводят рейдовые мероприятия с целью обеспечения максимальной безопасности праздничных дней. Мы совместно с сотрудниками ОФПС, полиции, ВДПО выполняем эти мероприятия. То есть мы не проверяем, мы проходим и людям подсказываем, рассказываем. То есть проводим пропагандистские мероприятия для соблюдения требований пожарной безопасности в жилье. Многим хочется придать празднику атмосферу романтики. Самым популярным и доступным средством являются свечи. На них можно любоваться часами, они создают особое настроение. Но украшать елку свечами, бенгальскими огнями или другими источниками открытого огня нельзя. Иначе ее не придется долго упрашивать, елочка зажгись. Еще свечи ставят на столе, а потом забывают о них и в полу веселья опрокидывают. Свечи – источник опасности №2. В пожарном подразделении Анапы сотрудникам социальных служб еще раз напомнили о правилах пожарной безопасности, чтобы те при посещении семей, находящихся в социально опасном положении, обращали внимание на бытовые условия, в которых проживают анапчане. Очень много домов, квартир, где есть нарушение эксплуатации печного газового оборудования. И, обращаясь к работникам социальной службы, хотел бы их попросить, чтобы они обращали внимание вот именно на тот факт, где неправильно, значит, выполнена эта сложена печь, есть трещины в дымоходах, и если там стоят постельные принадлежности, кровати, диваны, и люди там, кажется, проводят и дни, и ночи, это может стать причиной пожаров, это может стать причиной гибели. Встречать Новый год вместе с пожарными или тем более в роли погорельца никто не планирует, поэтому всем необходимо знать о правилах пожарной безопасности. Сотрудники пожарного подразделения Анапы проводят дни открытых дверей. Анапчан и гостей курорта приглашают посетить центр противопожарной пропаганды. Здесь проведут экскурсию по залам и напомнят правила поведения в любой чрезвычайной ситуации. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 5-62-81.